Здравствуй, Яна. Здравствуйте. Ну, а мы с тобой сколько времени переписывались до того, как ты решилась приехать, ну, на рекогносцировку? Где-то 3 месяца мы с вами переписывались, пока готовились документы на визу. Угу. Мы с вами общались, потому что меня интересовал английский язык. Всю информацию об агентах, которые занимаются английским языком в Австралии, все русскоговорящие. Посмотрела интернет, полистала, нашла вас, нашла много хорошего, много плохого, но, как выяснилось, абсолютно адекватный, абсолютно профессиональный человек, который помогает студентам выбрать соответствующее заведение для изучения, поднятия английского языка, ну и дать направление, как познакомиться с Австралией. Скажи, зачем тебе нужен английский язык? Как ты пришла с самой идеей учить английский язык? Ну, наверное, все очень просто. Я очень много путешествую, и английский язык просто необходим для того, чтобы можно было свободно и путешествовать, выбирать самой поездки, не прибегать к помощи туристических агентов и агентств. И английский язык непосредственно помогает для того, чтобы общаться с людьми, быть более коммуникабельной. Ну и, наверное, знание английского на сегодняшний день — это одна из необходимых вещей, чтобы в жизни человека, чтобы выбрать свой дальнейший путь в жизни, в профессии, в поездках. Это необходимость. Но у тебя-то вообще-то, на мой взгляд, по крайней мере, у нас были ребята, которые имели психологическое, психология, образование и юридическое. Это ведь очень сильно связано, на мой взгляд, юридическая психология, это просто. Если ты выходишь, то есть у тебя хороший английский язык, то у тебя карьерные возможности очень сильно возрастают. То есть ты можешь вообще быть на международных контрактах работать, а это уже немножко другие денежки. Ну, вот. Ты об этом думала? Как раз одна из целей, помимо просто изучения языка для себя, для каких-то личных интересов, это все-таки шагнуть по своей карьерной лестнице выше. Я юрист, работаю, закончила экономическое образование, у меня психологию, юриспруденцию. По юриспруденции я работаю уже 7 лет, но для того, чтобы пойти дальше, мне необходим более высокий уровень и хорошая работа. Правило – это со знанием английского языка. Мой английский язык на сегодняшний момент не позволяет мне это сделать, поэтому необходимость в изучении английского языка углубленно и профессионально для меня – это необходимость, чтобы построить дальнейшую свою карьеру и, наверное, выйти на другой уровень на работе. Хорошо. А вот если коснуться твоей поездки в Австралию туристической, это, ну, как бы затратило ты деньги? Да, как бы слава богу, что это 2 недели тебе обошлись в $300, да? А все-таки там и дорога, и проживание, и так далее. Ты не жалеешь о том, что приехала все-таки на туристическую визу до того, как ты приедешь, допустим, на изучение английского языка? Вот как ты думаешь? Не жалею. Дело в том, что мне есть с чем сравнить. Плюс это недостаточно такой большой опыт, но первый мой опыт изучения английского языка был совмещен с поездкой на Мальту. Тоже туристическая поездка была мальтийская американская школа, где, пока я отдыхала, тоже учила язык. И в процессе коммуникации со своими однокурсниками, то есть мне кто-то просто посоветовал попробовать все-таки рассматривать Австралию, потому что носители языка больше, программа более углубленная, более детальная для изучения английского языка, ну и хорошая практика. Вот, то есть этот вопрос я рассмотрела, все изучила, сразу по возвращению в начала подавать документы на визу и искать уже людей, кто может мне дать более конкретную информацию, людей, живущих в Австралии. Нисколько не жалею, потому что, ну, вообще никто не говорил, что Австралия дешевая страна, и нужно прекрасно понимать и готовиться к этому. Для того, чтобы четко решить для себя, нужно, наверное, все-таки приехать и попробовать сначала
туристическую визу, чтобы понять, есть смысл дальнейшее пребывание здесь, себя организовывать как обучение. Хорошо. Хорошо. А вот твои впечатления от колледжа Ллойдс. Ты была у Дэвида на преинтермедиат, ты была на преинтермедиат, я уже не помню, у кого это было, у кого-то, да? Пожилая женщина. Сю, да, Сю. Ну, Сю, она, если честно, она Advanced AP, то есть это вот еще выше, это еще, да, очень выше. И ты сейчас у Майкла на уровне интермедиат. То есть твои впечатления о колледже Ллойд, сразу скажу, что ты не была у самых, скажем так, мощных, то есть на высоком уровне, и вечерний у нас Рик, Джон ведут. Но все-таки, какие твои впечатления об этой языковой школе? У тебя есть сравнение с Мальтой? Да, у меня есть сравнение с Мальтой, и очень большой плюс у меня здесь, что в моей группе нет русскоговорящих, то есть русскоговорящих будет разных национальностей, русскоговорящих, то есть нету, поэтому мне легче углубляться в язык. Преподаватель достаточно, ну, сейчас я на занятиях Майкла, достаточно активные, динамичные занятия, то есть углубленно мы проходим pronunciation, грамматику, домашние задания. То есть мне это очень помогает. Ну, более интенсивно, да, учиться. Интенсивно углубляться. То есть сразу попав к Дэвиду, я поняла, что этот уровень я уже знаю. Попав к Сью, я поняла, что это очень сильная и группа, и преподаватель, то есть мне этого уровня пока еще не дотягивает до этого уровня, в силу того, что не хватает, наверное, какой-то еще базы. Какие у тебя впечатления о том, ну, не знаю, как на правах, обо мне, то есть о том процессе, как он здесь был устроен, потому что очень много делается того, что, на мой взгляд, того, что, в общем-то, обычно это не делается. Ты видела, как тебя переводили из группы в группу, то тебе не надо было ждать там по 4 недели, пока тебя переведут в какую-то группу, то есть ты уже быстро, ну, скажем так, ну, может быть, без такой излишней лести, но все-таки, что, ведь ты же общалась и с другими агентами, в принципе, да. Я общалась с несколькими агентами, чтобы четко для себя проанализировать каждого агента, работу каждого агента, и где мне будет, наверное, более проще, как бы, вот, наверное, найти взаимоотношения с колледжем, чтобы агент мог как-то быть своим человеком в этом колледже. То есть, вот, вас, Александр, я выбрала только потому, что все-таки вы здесь свой человек, вы можете помочь русскоговорящему и любому студенту, кто сюда приезжает, максимально быстро адаптироваться, максимально быстро решить какие-то вопросы в самом колледже, потому что когда ты не знаешь язык, или, по крайней мере, очень сложно тебе еще пока на нем общаться на ресепшене. Все вот эти нюансы все равно необходимо, чтобы был русскоговорящий человек, который может тебе и помочь, и дать правильное направление, и подсказать, как. Все это можно даже решать по телефону. А вот теперь такой небольшой коммент. Вот просто представь себе, что чувствуют люди, которые приезжают с какими-нибудь московскими агентами, кто-то в Москве сидит, сделал, и приезжают, и здесь одни. Я скажу только одно, что пример у меня только Мальта, что это огромные затраты, абсолютно ничего, абсолютно не стоящие. Можно самим сделать, быть на связи с агентом, кто работает в Ллойдсе, с вами непосредственно, Александр, можно все вопросы решить по телефону, находясь в России, собрать весь пакет документов, и только после этого минимальными какими-то, ну, соответственно, перелеты и проживание, обучение, понятно, что это вот, насколько возможно, не нужно тратить деньги на агентов, которые работают в вашем городе. Все гораздо проще, нужно связываться напрямую
со школьными агентами, с русскоговорящими агентами, и работать. Ну, или не русскоговорящими, даже, в принципе... Ну, если мы говорим о русскоговорящих, то, наверное, нужно не напрямую связываться с человеком, который имеет отношение к образованию здесь, непосредственно имеет отношение к школе, которая здесь работает, которая решает многие вопросы. Не только в колледже, но и даже какие-то нюансы, которые у нас в жизни происходят непосредственно, находясь в этой стране. Твои впечатления об Австралии, то, что ты попала, ну, как бы, ты приехала после вот этого вот, в кафе там была стрельба или... Я приехала, я уже готовилась как раз прилетать, и буквально за неделю тут произошел вот эта ситуация. Но меня это нисколько не пугало, потому что все-таки я перед тем, как ехать в Австралию, познакомилась немножко, почитала, людей поспрашивала и поняла, что все-таки это единичный случай, средства массовой информации это просто раздувают, потому что, ну, в новостях это должны что-то показывать. Вот, абсолютно безопасная страна, все как пишут в интернете, что люди все доброжелательны, каждый живет свою жизнь, никто никого не трогает. Мне, несмотря на то, что я всего лишь 3 недели здесь, мне безумно понравилось. Безумно понравилось, что здесь все для людей. Но здесь нужно работать, трудиться и учиться. В принципе, как и в России, если уже на то пошло, тоже везде. Да, но здесь, мне кажется, что здесь климат хороший. Здесь, несмотря на то, что ты можешь работать днем в большом сити, при этом 20 минут на автобусе ты на пляже. Здесь очень много возможностей как-то проводить свое свободное время, выходные. Я не знаю. То есть для студента, в принципе, это просто рай. Если сравнивать... Это... Кстати, вот вопрос будет, почему Австралия, а не Англия? Ну, зимой ты на пляж не поедешь. Здесь зимой можно спокойно купаться. Ну, во-первых, Англию я не рассматривал. Почему? Потому что, во-первых, очень дорого. И во-вторых, все-таки я хочу, чтобы больше было солнечных дней. Вот, к сожалению, в моем городе лето тоже практически уже нет последние несколько лет. Ты имеешь в виду во Владимире? Да, во Владимире, то есть нет. Поэтому стремишься всегда туда, где больше солнца. Вот как раз Австралия — солнечная страна, так, где ты себя чувствуешь комфортно, позитивно, тебе ты не болеешь, и мне кажется, у тебя постоянно есть энергия для того, чтобы учиться и вообще себя чувствовать хорошо. К сожалению, в Лондоне, наверное, так не получится. Но погода там... Ты с Владимира, да? Да, я из города Владимира. Вот, хочу, чтобы воспользоваться этим видиком и передать Вадиму Владимировичу Ульянову, которого, наверное, ты знаешь, большой привет от его одногруппника и друга. Вижу, передал. Да, видишь, передашь, когда видишь. И хотелось бы еще, Яна, чтобы ты... Насколько, это же неожиданная проблема, но все-таки, насколько можешь каким-то советом поделилась для ребят, которые едут сюда учить английский язык, что ты могла бы посоветовать, скажем так, без подготовки, то есть? Ну, я скажу так, что ни в школе, ни в институте я не учила английский язык, учу английский язык только с сентября прошлого года, с алфавита. То есть хочу сказать так, что изначально сюда желательно, первое, приехать, не связываться ни с какими агентами в вашей стране, напрямую связываться с агентами, работающими в Австралии, и конкретно работающими с колледжами, где можно учить английский язык, это первое. Второе. Желательно поднабрать небольшую хотя бы английскую базу английского языка для того, чтобы не тратить здесь деньги на элементари, на бегина. Лучше сразу начинать с более интенсивного курса при интермедии. То есть добирайте хотя бы самую основную, минимальную, вот, дома. Сюда приезжайте учить уже на более серьезном уровне и углубленном. Здесь все для этого есть. Яна, спасибо. И надеюсь, мы с тобой очень скоро увидимся еще раз. Обязательно.